Что 60 секунд? Ой, перчик, перчик. Какой же ты лохерчик, херчик. Так. Сто секунд. Ну ты бля уй. Ну не бля уй. Надеюсь, блядь, к следующему обновлению они уберут этот ебаный дождь и все остальное. Держи, принеси одну шестеренку. Буду. А шестеренку, шестеренку не выживет. Там где-то гроба должны быть. Одиночку, да? Нету? Ой, я нашел чуть металла. Он жарый. Слушай, у меня тут целая куча спальников было. Ваша турель стоит? Или нет? Я забегаю, у меня Тима нету. Слева. Перчик, перчик. Нуба, нуба, ей. Так, как тут наверх забираться? Перчик, ну-ка. Перчик, ты что делаешь, перчик? Это ты нам оставил, красавчик, перчик. Все, я в казино полетел. Я за коровы. Слышь? Давай. Так, подожди, надо отъесться с чем-то. Что-то ням-ням надо. А, там холодильник. Смотри, какие чаи, фармилы, ёпты. Топливо-то, топливо есть? У кого топливо? У меня есть. А, в шкафу взял, не надо. А, кто-то со мной полетите? Это коптер обратно заберите. И тогда я понимаю. М? Тогда я понимаю, кто. Или я руиню и корову беру.
Так. Город слева. А Ева в онлайне? Пускай зайдет, ляжет в корову. А, так в онлайне. Сейчас, домой тогда подлетишь. Ну да, я подлечу. Ой, куда я полетел? Я подлечу просто в салон. Ну она куда? Она может и зайти. Не-не, не надо, пускай отдыхает, не надо. Так она отдохнула. Пускай она, ты слышишь, будешь мне командовать, будешь с хардом играть. Ну если она хочет, она может с ним играть. Это ты, если будешь командовать, будешь. Я не командую, я говорю как надо. О, а чё тут все сгнил, Гримик? Зарыгали. Кто? Мы вчера. О. Бредный Гримик. Ну, если хочешь, пускай заходит. Я бы на ее месте отдохнул. Прикинь, у него ящик, большой ящик красных карточек. На, это у него они были, да? Конечно, у него тут, смотри, у него тут все РТ рядом. Он просто ходит и собирает их. Все, свободно. А я пошел в казино скраб тратить. Бля, надо подождать, когда он зайдет. Вывозите меня. Что? Да. Будете перевозить? Да, да. Да нет, сейчас сзади спавним. Нахуй надо. Микс Клусак, кстати. Здрасте. Чё? Здрасте, такая погода, что спать хочется. Да, это точно. Так, там 1250 надо, да? Окей. Один. Шикарно. Сзади дома подходи. Хотя нет, что это? Сразу туда. В смысле, туда? Ева там уже? А, хотя ты нас забери лучше. Можно кровь. На улицу выходи, как на улицу. На табличке пес. Нет, ты наружу выйдешь вон по земле. ПВО отключить обязательно. Его большая ошибка, что он забыл дропбокс сломать. Зачем ты это сейчас говоришь? Так бы он, долбоеб, подумал бы то, что, блядь, мы просто пробудились, знаете, шли. Ай-яй-яй. Ну ты даешь. Я ему пасхалку кинул. Ага. Смотришь, ты видишь, что у тебя штаны покрашены? Mm-hmm. Ну да. А у меня нет, у меня все это спино. Что не отключила? Ничего не отключала.
Блин, застрял я. Я смотрю сейчас стрим. Ну, не стрим, а там канал на Ютубе. Девочка утяжка. Она в раз играет. И как? Она тут хорошо стреляет. Хуеваешь, да? А может задиспавним все это? В плане чего именно? Ну это все на попу выкидывает. Но только оставь то, что надо на пропитку до конца. До завтрашнего. Ракеты, пулики, все это нафиг на попу. Я предлагаю хату пропитать, хату до конца вайпа и все, и полностью все задиспавнить. Все, идти отдыхать. Даже если зарейдят, ну что они там. Пустые ящики. Не, я имею в виду перца. Ну, конечно, перевозить-то все не будем. Заберем только на пропитку все. Пещеру можно сейчас бахнуть, которую где нас убил уже. Думаешь, она что там живет? Там никого нету в пещере, это Милана. Вы его испугали, он, короче, стал, решил там не заселяться. Не, ну он где-то рядом бегал. Он же недавно тут был. Ну, где-то заселился, значит, в другом месте. Он думал, ему этих ракет хватит нас бахнуть? Ну нет, смотри, сколько у него серы еще было. 20 тысяч пороха. Он что-то донатил? Походу на то. А я вот и на стриме сидишь? Сейчас нет. А, ну ясно. Видишь? А? Да, да, почти уже. Жопа к стулу прилипла, встать не могу.
небо уходит. Ты про что? Подсвежливо. Ты зашла, да? Ева. А? Ты на стрим зашла, да? А-а. Нет? Ну, значит, перчик зашел. Мы к тебе бежим. Ко мне? Угу. А где вы? Ну, мы дома тебя ждем. А-а. Бежите. Бежите, бежите. Ух ты, сука, почти фартанула, а? 9000 скрапа пока что. Ну, было 15000 скрапа. Давай, бери коптер и всё. Ладно. Я хотел так много-много, чтобы сразу можно было, блядь, пропитать до конца. АВК-шку закупить. Я, короче, оставил 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 тысяч. Ну! Вот ты чёрт, а! Меня калашист зажал, блядь, в перила. Вы уже рядом? Угу. Окей, давай на взлетку тогда. У меня? А у меня за что? Вы где? Вот здесь. Ахтунг, ахтунг. Перчик подключился. Передаем привет. Кава. Спасибо за ракету. Ждали, пока ты зайдешь в онлайн, ну? Слабый. Что сказать? Вижу, коленка трясется. Здорово. Здорово. Вы там веселитесь? Ну, перца зарейдили. Зарейдили, да? У него там нычку нашли, две строчки ракет, такой серый. Готовился, чувак. Нормально. Одиночка была в фундаменте? Нет, на третьем этаже, четвертом. Там турели просто.
Куда ты без меня, блядь, дальше полетел? Так вот чё он вчера с Декардом сидел-то, блядь. Не, не сюда. Выше. Ну да. Пол захвата скинул. Это пиздец, конечно. Куда там всё было? Куда? Точно. А реально, блядь, они не играют, он заходил только попиздеть чисто и все. Ну, да, вот 560, допустим, 700. Так, я беру все тогда на переработку. А хотя надо серу забирать первую. Бахты некого, вот именно последний день. Да и все, задеспавнить нахуй. А что там, по идее, завтра вайп, да, в 9 вечера? Ну что такое? Выше. Он ел ягод сколько? Я видел. Вы что уже, блядь, пароли поменяли? Нет. Обычный? Обычный рейдовый. Рейдовый? Хуей давай, блядь. Укали. Укали. Укали, в дискорде на это. Боже ты мой, блядь, на стрим на весь экран. А чё ты дискорд открыл? Ты чё, идиот что ли? В смысле открыл? С левой стороны выскакивает сразу. Засвечивается как в игре. Меняй на этот, на наш. Понял. Просто 4 шестерки, блядь, по всему экрану, блядь. Наш главный рейдовый, блядь, нихуя себе. С каких времен он у нас такой рейдовый пароль, блядь? С вчерашнего дня или позавчерашнего? Какой год, блядь, когда мы рейдили недавно? Я взял строчку, меньше строчки. Топливо надо закинуть. У кого там топливо? У нас 50... Иди закидывай в пердопоптер. Что-то нужно прилететь забрать еще? Ну да, если хочешь. Мы на корове сейчас домой прилетим. А, ты даешь, что? А это что, бункер там у них? Что это за нахуй там? А ты видел там солома? Это, да, 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 это типа байтовая, байтовая. Все, погнали. В коптер закинула топливо? Да. Я закинул. А погнали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, пизда мне. Чему ебаная? А кто это включил? Он же выключил. Сам же включил, наверное. Мы же этот дом рейдили уже. Хуйня ебучая. Погнали. Подожди. Не, в этот раз я отъеду, пизду. А чё, только 3 хп снялось при падении? Ну, она вообще плавно так села. Нихуя себе. Вообще, мы даже не выпрыгнули, просто села. Автопилот сработал. Ну да, Тесла, бля. Да, поваки выключено. Да, вроде. Все, я пошел мутить МВК тогда, да? Ну я забрался, сутки. Ну они по-любому слаки, наверное, собирали. Фармили, фармили, блядь. Фармили, да. Фармили, блядь, ты чё? Языком, блядь, между булок фармили.
Ну теперь зато можно спокойно, блин, завтра спать. И ничего не делать. Ждать вайпа. Я так сегодня делал, только проснулся недавно. А мы тоже это тут просыпались, блин. Что-то так темно, блин, что-то так рано я встал, блин, еще не рассвело. На часы смотрю, 5 часов вечера. Нахуй дальше спать пошел. Так что, перчик, если надо тебе твоя сера, нет, не ходить и затирать. Шо это за хуйня, бля? А, это вышка. А, мне её кусочек вроде. А? Мне её вроде. Опять начало гнить, да? Хуёво. Да. Надеюсь, меня сейчас не ёбнет опять хуйня залупная. Ну, тихо будь, нахуй. Так, я тут в дверях серу скину. Сам пойду перерабатываться. А, стой, еще есть косарь. Я пошел перерабатываться. Контрапов по кустам распихал, блядь. Так, у тебя там 600, ты говорил, да? Чего? МВК, да. Так, значит, надо еще 1000, да? Чтобы до завтра. Уже 1200. М? В шкафу уже 1200. Надо еще сколько? 1000? Ну, он жрет 1500. Ну, значит, 1500. Остальное металл, да? Глянь все. Угу. Кому-то придется прибегать все время забирать по инвентарю. Там есть что забирать еще, да? Да. Полетели с вами пришел. Сейчас я выложусь полностью голову. Схемы есть у вас? Оставлять их? Есть схемы. Значит, перерабатываю. Летит? Не, она значит город. Нет. Она в город пойдет за металлом. Она уже, по-моему, стрим смотрит. Это что? Вы чё, блядь? Вы конченые? А что это было? Как пинбольный мяч. Это был эпик фейл. В смысле? Заебись, блядь. А что случилось? Он в лед врезался и в этом леде, короче, как знаешь, как в пинг-понге. Во что врезались? Высоковольтку. А как можно было, бля, высоковольтку врезаться? Что за мудил за рулем был? Туда-сюда. Кто за рулем сидел? Я. Конченый, что ли? Ты вроде, блядь, летать ты умеешь, хуже ты, блядь, ты так. Бегите сюда. Бегите. Бегите.
Офигеть, секунду. Бандитский? Ко мне прибегите, ко мне прибегите, возьмите скраб. У меня тут 10 тысяч на мне. Есть у тебя? Там у нас тоже в шкафу 10 тысяч. Раз, штуку 5 был, да. Ну да. Да я вообще наверху остался. О, аэродрек прям падает. Где? Город. Город? О, около тебя. Ну-ка, ну-ка. Не вижу. Ну и похуй. Со стороны земли. На S, Роб, на S. Дай похуй, где уйдешь? Да, уйдет. Нет, ну и ладно. Она отошла. Бля, мне бы в казино сгонять. Слышь, Фа? Смотри, зато глаза не намокает. Защитил себя от влажности? Да. А мы сразу сесть можем? Нет. Нет. Да, идем сюда где-то наверх. А, ты вернулась уже? Мне забрать надо просто рез, у меня много слишком. Я не могу ничего перерабатывать, потому что у меня слотов свободных нету. Сейчас залетим. Что-то мне знается, как это будет. Что-то мне кажется, я знаю, как это будет. Ковбой, убегай куда-то снаружи. Где снаружи? Да. Ну, я вот сюда прибежал, на дорогу, на аэродинамику, дальше чуть-чуть. Ну сейчас мирный же залетает. А, блядь, это хуёво. Ну чё хуёво, не? Нормально? Да. Почему? Это сейчас, когда я сейчас уже... Сколько? Минуту почти.
Хм. Чуть понижается. Приземлись, я с тебя спрыгну просто, да и все. Спрыгнул. Совсем пониже. Изи. У меня тут спальник вот рядом лежит. Нормально спрыгнули. Нормально спрыгнул. Прямо на спальник, блядь. Прямо на спальник почти спрыгнул. Пиробочка. Какой-то форик лежит, спит. А, вот это и есть. Пещерный червь, блядь. Голый? Да, да, голый. Он в пещере жил, да? Вы его въебали? По пиробочкам еще собери. Пока что да. Когда будет полный инвентарь металла, опять тогда надо будет опять кому-то прийти. Есть что пожрать? Хил, пожрать ткань. Я ушел, вежливо, может, есть. Угу. Давай, домой. Закинь эту ткань, выкинь. Вот Неска ты ешь, что? Вот что, Неска ты ешь? Что аниме? Пошли, кому-то скажи, это обзор. Это не обзор, это все способности. Что я могу покупать и перерабатывать за металл? Кончено, что ли? Сейчас же будем опять над городом идти. Dangerous. Пять МВК, пять металла, ткань. Дерево, металл. Oil refinery. Блять, все по чуть-чуть прям. Куса, куда ты? Tesla. Tesla coil, МВК, микросхемы. Больше всего металла дает листовой металл. 100 металлов. То есть ты мне предлагаешь сейчас купить с магазина листовой металл и перерабатывать его, я тебя понял. Не, я просто смотрю, что больше всего металла дает. Ну это да. За один лист 100 металла. Проще за скрап металл. Не проще, когда он резается, блядь, раз в полчаса. Перчик уже в онлайн зашел, наверное. На стриме 5 человек. Или сидит на толчке, плачет. Что все-таки в последний день не порейдить ему. Опять Сбербанк пошел, кредит взял, блядь, а толка ноль. Его же еще отдавать. Ты приколись, за 10 листовых металлов вышло 1000 металла, 80 скрап и 10 МВК. Хуйня какая-то. Это значит, а если отсюда брать, то это 300 скрапа,
обратно возвращаем 80, то есть 220 скраб за косарь. 220 скраб за косарь. Значит... Да. Мне невыгодно, конечно. Вообще невыгодно. Невыгодно, но мы еще раз возьмем. Ускорить процесс надо, металла МВК-шный. Не, я, конечно, в казино бы сгонял бы еще раз. О, дорожный знак, короче. Сейчас прикольно, дорожные знаки можно будет лутать. Трубы нужны по знаку, хуйну. Угу. Ну, да. Или сбил бы с машины вообще, блядь, сразу трубы выпали. Жалко, что нельзя, блядь, трубы в руки брать и дорожные знаки, уебать кого-то. Знаком просто, туф, по шапке. Не, я походу этот, блядь... А где у него холодильник снял? Скрафти мне, пожалуйста, когда ты будешь дома, скрафти мне, пожалуйста, 2-3 холодильника. Подожди, а как-то можно же перетаскивать, да, все вместе? Так. Ну вот я хочу попробовать. Да. А я рада, почему не стакаю? Надо сначала их перекинуть в магаз, скраф. Только с магаза ты стакать можешь. Ну? Не помню как. А, вот, понял, все перекидываю, да. По сколько перекидывает? Да, вот по 100 ягод. По сколько? По 100. По 100 ягод. Именно еду, да? Я вчера 10 шприцов себе застакал в один слот. Как ты это сделал? Не, без шифта, просто закидаешь в магазин, uh-huh. шприцы себе, и просто колесиком перетаскиваешь шприц на шприц, прямо в магазине там. Они тебе в инвентарь падают стаками. А как ты в инвентарь его закидываешь? Оно само закидывается. Правой мышкой? Не, просто колесик нажимаешь. Ну. Типа как разделять, ты просто шприц на шприц перетаскиваешь, и все, и оно тебе стакает. Ну и ты... Прям в инвентарь, понял, типа лишки скидывают. Ладно. Прям в магазин заходишь, и в магазине прям стоишь, и вот закидываешь колесиком, шприц на шприц перетаскиваешь. Mm-hmm. И тебе в инвентарь, типа, она падает стаканная. 10 шприцов застакал, и все, и заебись, и пошел. Ягоды. Ну ты 10 застакал, да. Как ты эти 10 на себя потом накинул? Оно само тыкается тебе. Ты их никак не забираешь. Ты когда перетаскиваешь колесик на колесик, ну типа колесиком на шприцы, оно тебе автоматом скидывает в этот... инвентарь уже. А в активный слот или не в активный? В активный. Прям в пустую ячейку тебе. И ты можешь потом их перетаскивать как тебе угодно. Да не, лучше, блядь, держать 10 швецов в одном слоте, намного выгоднее. Конечно, да. Вчера также это, камень с кавой застакали, дерево и металл по 5000 с автоматом. Вот не могу, блядь. Ну еще раз прилетим, значит, полетим. Да, что там еще брать? А компоненты все забрали? Почему? Бахнуть эти песок. Чтобы он здесь не жил. А вы шкаф не ставили, не его? Ставили, застроили. Отдельно его поставить. Ну, МВК-шный въебать ему сегодня все. Сейчас организуем.
удобненько. Сезара. Сезара, але це там. Ти огул. Хм? Ладно. Щелкнул брату по носу. Говорит, ты спишь, выключай компьютер. Он такой говорит, если я еще раз засну, тогда я точно выключу. Забрал базуки одна ракета. Блять, еще одну доначную ракету забрал у него, пиздец. Mm-hmm. Кава еще одну задоначную ракету забрал у них. Ах, лохи они, блять. Я думаю, если они всем сервокондор собрались бы, они не осилили бы. Не осилили бы нашу комбинацию зверскую. Прям край. Давайте завязывайте там ваши походки, у меня уже полный инвентарь металла опять. А вы уже вернулись? Ну, победили. Ну, что, давай. Да, да. Шкафу еще 8000. Что у нас по металлу кого? Мало, у тебя гниет дом, у нас 30 тысяч почти. А ну вот кого тогда приди, возьми инвентарь, отнеси. Или наоборот, кто-то останется тут, закупайтесь, я пойду закину. Тут. Паркуйся. На, иди закупай металл дальше. Я сейчас прилечу. Давай. Пойду скину шкаф на вышку. Можешь покупать листовой металл и можешь покупать металл. Угу. А чё так темно? Походу, это темная ночь настала. Ёбаный рот. Ночь, наверное. Вообще темная, ничего, блядь. А вообще ничего не видно. Все, ебусь куда-то. Почти в столб без наколонки уебался. Я вроде вижу вышку, но не могу понять, она не она. Да, да. Ну вот теперь, короче, как посадочный. Ай, сука, я мимо пролетел. А это... Светить-то все равно нечем, блядь. Встаньте кто-то, факел зажгите. Что, факела нету? Да ничего нет, у меня металл полный. Ааа! Это как коптер вижу, блядь. Хочешь, я туда огненный забыл? О, нашел дверь. Нашел люк, то есть. Так, еще люк нашел. Там ящики крашеные. О, вижу свет в конце туннеля. Здорово. Так, вот так и стой.
Так, на, я тебе скину сюда чуть-чуть. Вот, на тебе металл туда, туда. Так, вот так, оп. А нормально подгнил это? Ну, я еще вчера ее восстанавливал чуть-чуть. А почему по вас? Вчера вообще жару дала. Ну, вчера там вообще пиздец. Че, сыпалось аж? Так, на, залутаешь там, откинешь куда-то. Уп, поскользил, смотри, смотри. На жопе, блядь, видел? Я с тобой бегу, ты на первом этаже. Какая себе вакансия? Все, тебе не нужно? Нет, только крышу закрой и коптер забери. Чё так темно вообще? Ничего не вижу. Вернуться бы. О, факел наконец-то есть. Хоть что-то видно теперь. Не, все, я не пойду. О, что тут свет горит? А, это корова отсвечивает. Бля, вообще ничего не видно. Факел отключаешь. Куда идешь? Кусак надо. О, я вас там двое уже. Кого еще пришел? Че, кого приперся? Это переработки или то это знаки варить. Ков, закидывай еще один свободно. Быстрее будет. Ну, я пока подымлю. Че там? По металлу сколько вышло? 10 тысяч. Еще сейчас переработается. 10,5 будет. Давай, тогда отнесу. Чешется. Бля, в забор ударился, пока ФК шел. Не, серьезно, здесь после обновления они уберут эту полную ночь. Это вообще жопа. Угу. Очень темно. Тупо факела нет у тебя, блядь. Просто даже не видишь, куда бежишь. Блядь, убрали по ней еще эту хуйню с этими торговыми автоматами. Какой? Ну, тут вот что задержка, типа, надо ждать, пока восстановится товар. Это такой пиздец просто, блядь. Ну, это вообще-то очень хорошо. На больших серваках, да. Ну, а на официалках это хорошо, потому что как бы фермеры выживали теперь. Вообще, просто ферму построили, блядь, и ткань хуячили. Я в день по 25 тысяч скрапа делал из-за ткани. Да, вот просто на ткань пусть оставят, вот на железо, блядь, там на камень, это ж пиздец. Мало того, что, блядь, хотел потел скрап, набил 3000 скрапа, блядь, а потом пришел еще в городе, ебешься нахуй, чтобы дождаться своей очереди что-то купить. Ну вот поэтому они и добавили телефон. Пока ждешься, блядь. Чтоб попиздеть, да?
Да. Пиздуна заправить постоять. Угу. Звонил все, сказал, все, я на переработчике, сейчас буду перерабатывать. Вежливый, что, спать пошел уже? Не знаю, пошел, наверное. Прикинь, деревню поставить и в каждом доме типа телефону, да? Так сейчас будет вообще прикольно. Слышь? Алло, ты чё там? На чай придёшь? Нахуй тебе в чат писать, просто подошёл. Ну, слышь? Слышь, бежит челик, лутает дорогу, блядь, телефон звонит. Он походит, алло. Говорит, ты труп. Пошел нахуй, из кустов убегает сразу, пиздит тиммейт Ивана, блядь. Я тебе предупреждал, ты труп. И кого заебется нахуй теперь с перцем, блядь, по телефону пиздеть. Самое прикольное, что когда по телефону разговариваешь, ты не слышишь, что вокруг творится, но зато тебя все слышат. Тебя слышат, да. Я хали выебываешься. Оба два долбоеба сидят дома такие, пересрутся друг с другом. В разных комнатах, да, по телефону. Знаешь, что сделать? Магазин, где заходишь, а там, короче, это... Стекло, витрина магазинная и два телефона с каждой стороны. Как в тюрьме, блядь. Решетка, да? Даже надо в шкаф ресы закинуть. А, блядь, кто стекло обратно поставил? Сука. Киянки нету, да? И как мне теперь, блядь, стекло снять, чтобы ресы перекинуть? Ладно, пойду искать дерево. Где это? Ну, на вышке, где за верстаком у меня стекло стоит. А, нашел дерево. Кьяночка. Нашел пьян? Да, да, да. Да, не-не-не, нашел, нашел. Блять. Факел сломался. Так, это что поднять? Я не хочу верстак поднимать. Там уже рассвет. Но мне надо поднять стекло, не верстак. Бля, тут и ларка где-то была. Фонариком, фонариком. Отлично. А, прикинь, кто-то с этой, с турели, блин, стёр эмку. Кого? Эмку стёр кто-то с турели. Какой именно? Где она села? Которая в кустах. Как это может быть вообще? Я не знаю, я вчера такой подбегаю, думаю, хотел патроны проверить. Опа, не понял. Нет эмки. А турелька стояла при этом? Угу. Странно. Вообще, не зареганный же не может забрать? Нет, нет, не может. Жёт резерв не может. Я думаю, кто-то мимо шел, хотел закинуть и вытащил нахуй. А ты засунул лампу обратно? Ты обратно. Два стоит. Лампочка стоит. Точно? Ты можешь перепутать что-то? Я поставил, бегал туда. Я лампу купил, поставил. Mm-hmm. Так, все. Осталось резнуться в шкафу. Пропитать до конца. И все. Потихоньку мясо заканчивается. Сколько осталось? Сколько осталось? Кстати, Кал, у тебя мясо было еще? Ну давай, я вернусь. Давай, давай, я тебе скину. У меня еще есть там, срочек 5, нет, 4. Ты на переработчике? Давай, возвращаюсь. Четыре места должен? Четыре строчки почти. А, четыре строчки, да. Так, секунду. Еще докуплю сейчас. 50-200. И вот так можно занести. И шприцы еще купим дорогу. Все. Все.
Ночь прошла темная, дождь прошел, зато сейчас цвет туман. Все как в жизни почти. Могли выходных почти в два раза пересидел на сроке. Все, закупился.
Кому металл нести? 9000. Как он дом живет? Да. Вышка нужны было еще? Нет. Ну, может быть. Там 5-6. Сейчас там, там 21 час. Хватит, если хватит до конца, то не надо. Если завтра вайп, то хватит. Ой, реально металл чуть-чуть. 1000. Хватит. Что ты говоришь там по металлу? Лишний металл есть? 4500 еще есть. Че, я коровник застрою.
Можешь мне металл привезти? Раз, два, раз, два, три. Сколько? Ну сколько ты там говорил? 4,5 есть. Ну, если чуть больше есть, тоже неплохо было бы. Возьму сбору. Да. Чего? Чё? Гантрапа не охуярит. Да, там поставил кто-то гантрап, а в шкафу не регнут. Вообще не знаю, каким местом думали, когда ставили этот гантрап. Ой. Ну, тот, который стоит на улице, в шкафу. На. Тут ты на шкаф поставил его, а там не регнут, ну почти. Там... Ну, никто не регнут в том шкафу, который нет, на вышку идет металлический. На выход. Нет, следующий. За стенкой, на шкафу стоит там. А это нормально? Вероятность. Так он не всем регается. Ну хочешь регать? Че, придумал? Там далеко? Выбегаю, 6000 взял металла. Ты видел, где я? На карте. Блять. Далечо. Он ВК не надо тебе? Где коптер стоит? Внизу, по-моему. Там, где Тесс жил. Угу. Thank you.
Чё, где ты как-то расставлял? А, на вышке, на вышке. Блядь. Мощно. Хули ты думал? Я еще не придумал, как точки поставить. Надо было расстояние больше делать. Ну да. Ну так сойдет тоже. Так, и буква Р. Ты чё там заскринил, бля? Слышишь, знаешь что? Давай я тебе принесу эти, блядь. Как они называются, блядь? Компостеры. Компостерами точки сделают. О, точно. Тема. Видел кого, да? Я корона не это, не жмёт? Нормально, я въебывайся. Сколько? 6 штук? А вообще надо писать сова вежливый. Ага, заебешься писать такие имена, бля. Тем более вежливый, бля.
Джой, да. Компостеров сколько? 6 штук? Сейчас скажу. Дай на свое имя посмотрю-то. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да. Ну вот. Так-то лучше, да, блять? Хоть бы у нас что-то похожее стол. Что-то толковое с него получилось, блять, с этого дома. С какого дома? С их дома. Что нормальнее получилось. На улице хоть табличка путная теперь стоит, блять. То, что до того стоял, хуйня какая-то, дом. Ебаный туман из-за этого тумана, блядь. Знаешь, как надо на, именно это, на закат? Это закат будет? Ну, погода по солнечному тумане такое себе вообще. Еще можно эти поставить, пульсирующий этот, блядь, прожектор такой бесячий, нахуй. Которого, блядь, эпилепсия, нахуй, почти хапает, блядь. Ну, ебать, вообще в самый раз. Ну, когда я заценю. Ебать, сбоку смотришь, все охуенно.
листочками, бля. Сейчас потом утром приду, посмотрю, как выглядит под утренним светом. Хуёво, что туман. Хуёво. Во, нормальная фоточка сейчас. Вот сейчас следующая, которая в Дискорд. Чёткая вышла. Засади. Чё, ты летишь или ты откисаешь? Не, я откисаю. Пойду один на один с турелью. Турели тупые. Просто можно. Просто можно обойти. Пизда. Сейчас бы через печку меня стрелять. Ты чё? Зараза, бля. Ясно, ладно, на этом всё.